Подробнее поговорить о промежуточных выборах «Единой России» мы решили с одним из лидеров предварительного голосования Сергеем Кузнецовым. Он занял первое место в списке по одномандатному округу. Сегодня Сергей Юрьевич – гость нашей студии на Московской. Здравствуйте, Сергей Юрьевич. Как вы считаете, для чего нужны подобные промежуточные выборы? Ну, это открытая демократическая процедура, которая на самом деле позволяет выбрать самых лучших открыто, не кулуарно, на самом деле открыто. Это есть только на сегодняшний день у «Единой России». Понятно. А как вы думаете, что сейчас больше всего волнует саратовцев? Какие идеи вы предлагали в своей программе? Ну, в моей программе содержится основное – это благоустройство города Саратова. И самое основное – это дорожные проблемы. Только вот последние полтора-два года назад, причем при помощи «Единой России», были введены две программы – благоустройство дворовых территорий и дорог общего пользования. Федерация дала толчок. Теперь должен и регион ответить этим же. Ситуация с дорогами очень, на самом деле очень сложная. Количество машин ежедневно увеличивается. И здесь нужны применить новые технологии, чтобы дороги служили 5-7 лет и более. У нас есть для этого все возможности, технологии. Единственное, что, я думаю, такие вопросы решаются только командой. Поэтому сегодня, выходя в региональный парламент, как говорит Олег Васильевич, мы создаем команду, городскую команду для решения особо острых проблем горожан и города Саратова. А как вы думаете, что сыграло главную роль в вашей победе? Все выступали с определенными программами. Мне кажется, выборщики определили то, что на самом деле на сегодняшний день больше всего их интересует. Поэтому, наверное, этот выбор пал на меня. Спасибо. В студии «Телеобъектива» на Московской был победитель предварительного внутрипартийного голосования «Единой России» от Заводского района Сергей Кузнецов.